Восторг. Это состояние окрыленной и свободной души, которая не просто передается клеточной массе, а которая удерживает атомарно-молекулярную основу в состоянии тотального единения и абсолютного контроля. Вот почему полное восстановление этого единства приводит к уходу тяжелейших, привычных хронических заболеваний. Вот почему в течение буквально считанных мгновений уходит одно, второе, третье проявление хронической болезни человека. Наш организм – это удивительное творение, в котором внешняя и внутренняя красота сочетается с прекрасным, сложнейшим, многогранным и многомерным взаимодействием огромного числа атомов, молекул, клеток, тканей, органов и систем, управляемых миром головного мозга, который непосредственно взаимодействует с информационной вселенной. Обретая вселенские знания, мы обретаем свободу, ибо наши знания интегральны, они многомерны, они бесконечно многомерны, ибо здесь мы познаем не просто некий линейный процесс. Мы взращиваем в себе не просто линейную логику. Мы взращиваем или восстанавливаем эту многомерность, истинной средой которой является наша любовь. Любовь к себе, любовь к своему удивительному организму, любовь к своей бесконечной вселенной и любовь к жизни, и любовь Господа нашему. Почему нас так завораживает космос? Почему нас так манят звезды? Почему такое холодное, казалось бы, безжизненное ночное небо тянет свою бездну? Почему, когда мы видим разворачивающуюся перед нашим взором картину мерцающих звезд, мы каждой клеткой, каждой молекулой чувствуем движение невидимой для наших органов чувств бесконечной, загадочной и необъяснимой для нас жизни, потому что мы оттуда? Давайте войдем в тишину для того, чтобы услышать себя и, услышав, почувствовать мир свой, глубочайшее проникновение в бездну собственного «я». Трудно, да, но необходимо, а значит, очень важно. Какой там космос, да еще такой далекий, да еще такой немой, да еще такой холодный, да еще такой бездушный. Что он может дать тебе? Как и чем он может помочь? А оказывается, он теплый. Оказывается, он неравнодушный. Оказывается, Вселенная в каждом из нас. А бездушие не там. Бездушие здесь, на этой земле, равнодушие здесь, а там мир. Он не так далеко, но мы туда не стремимся, потому что мы в нем, мы в этом мире.